Всем привет! С вами Андрей, а вы на канале «А стоит ли покупать?». Это у нас быстрый обзор, точнее быстрая распаковка умного дома от Национального центра ресурсов эффективности NCRE, или проще КУЗИ. КУЗИ.РФ, если вдруг захотите потом приобрести. Данная модель не предоставлена мне на обзор, я ее приобрел самостоятельно в прошлом году, в районе октября. Давайте посмотрим, что это за устройство, и я расскажу, для чего оно нужно. Ну, точнее, для тех, кому лень смотреть до конца, данное устройство вам потребуется для того, чтобы, первое, отправлять данные по воде с ваших счетчиков, практически с любого счетчика, у которых есть кабель импульсный или какой-то там еще. Сейчас мы с вами все узнаем, но у нас сегодня распаковка. Полный обзор будет в следующем видео, смотрите в комментариях или в описании. Так, давайте посмотрим, что у нас есть на упаковке. Технические характеристики: батарейка 6 вольт, вот называется стандарт А, и это не А, непонятно. Дальше у нас диапазон рабочей температуры от минус 40 до 85 плюс, диапазон, а это хранение, а диапазон рабочих от плюс 5 до плюс 40. Дальше диапазон частот у нас Wi-Fi BGN стандартно до 70 метров. Дальше Bluetooth у нас 4.2 с сохранением энергии до 10 метров. И GSM стандартный GSM GPRS. То есть у нас, как я понял, здесь ни TG, ни 4G нету. Что они будут делать, когда GSM отключат? Будем менять устройство. Комплект для сборки контроллера расходов предназначен для создания системы NCNR-001, которая измеряет расход и количество горячей и холодной воды, измеряет количество электрической и тепловой энергии, измеряет количество природного и сжиженного газа. То есть, по сути, ее можно подключить к любому устройству, которому нужно измерение. Хотя первоначально все-таки оно рекламируется как по сбору данных воды. Осуществляется автоматический сбор, обработку, хранение, передачу информации, потребление энергоресурсов и внешних событий, авариях, то бишь протечках. Да, данные все можно передать автоматически в систему, где у вас сохраняется, если в Москве. Это у нас МФЦ, там госуслуги и так далее. Так, комплект это все уже говорил, все что входит. Неукомплектован батарейка питания, содержит встраиваемое программное обеспечение. Так, батарейка питания у меня была, поэтому не знаю, почему так. Приложение, да, если желаете, можете отсканировать, поставить. Вот. Так, срок службы 10 лет, гарантия 12 месяцев, дата изготовления 8.2017. То есть оно производит уже очень давно, об этом я узнал только в 2020. Прикольно у вас, ребят, реклама работает, конечно. Собрано в КНР. Угу. Как я уже сказал, можно как зайти по этому сайту ncfe.ru или просто kuzi.rf по-русски пишем, и у вас откроется сайт, можно приобрести. Стоимость данного оборудования в районе 3000 рублей без датчика протечки, и где-то 3,5, может чуть поменьше, с датчиком протечки. В первую очередь, что вы видите, это кабель. Что это за кабель, вы спросите? Помимо того, что он передает данные, это устройство у нас защищает от протечки. Это датчик протечки. Уже плюс. По сути, я его приобретал именно из-за этого. А потом уже для передачи данных. Давайте откроем.
Комплект у нас идет. Батарейка 3,6 вольт. Стандарт у нас ER18505M. Литионная. Сделано, не понятно, то ли в 2017 году, может быть. Возраст неправильный, но это не важно. Сам аппарат. Данный аппарат я сейчас специально снял для обзора. Давайте посмотрим, по-моему говоря, из чего он состоит. А также еще у нас сим-карта. Сим-карта не обязательно. Он также работает по Wi-Fi. Поэтому это если вдруг у вас уезжаете на лето и вам не хочется оставлять оплаченный интернет. Или если у вас, скажем, интернет перестанет работать. Сим-карту рекомендую заменить, к примеру, на билайновскую, на тариф Z. Почему придется менять данную сим-карту, сможете узнать в полном обзоре. Обзор выйдет в ближайшее время. Прибор у нас на четырех болтах. Винтик, точнее, на крестовой отвертке. Маленькой. Так, здесь у нас написано название, контроллер, серийный номер. Почему-то не указывается, но он у меня есть отдельно. Так, он у нас защищен, то бишь, у фонга, если вдруг там у вас рванет трубу, то ничего страшного, он все равно данные вам передаст. Вас передаст, особенно, что у вас произошла протечка. Так, это устройство пока уберем. Главное, винтики не потерять, то смысл всей нашей защиты от протечки будет нулевым. Так, давайте посмотрим, что у нас внутри. Здесь у нас с вами несколько контактных форм. Это первая, вторая, третья. Первая отвечает за протечку, вторая за горячую воду и за холодную воду. Точнее, наоборот, за горячую и холодную. Также модуль под сим-карту. Мы его сюда вставим с вами. Вставлять, конечно, не очень удобно. Особенно в моих перчатках. Давайте вставляем. Так. Ага. Все, она вот здесь вот так нажимается. Так. Что у нас здесь? Сброс. Это, скорее всего, модуль управления как раз Wi-Fi и так далее. Так, батарейки, между прочим, идет мне вот это на указанный ДФ. Какие батарейки, наверное, подходят? Да, у нас 505. Я все-таки думаю, вот эта батарейка, она рассчитана на полгода. Я думаю, что приобрету все-таки аккумулятор, если такие продаются. Так, главное не перепутать полярность. Минус вверх, плюс снизу. Все. Мы его подключили, видим, у нас загорелся индикатор. Индикатор у нас разные вещи показывают. Если будем подключаться по Bluetooth, а для настройки и для сбора информации в онлайн режиме, то здесь будет гореть синим светом. По сути, вот именно в данный момент, именно для распаковки, это все. Здесь у нас все, что я в данный момент могу вам продемонстрировать, это как подключается у нас с вами. Может, не совсем, конечно, удобно. Вот так вот вставляется. Сейчас я пока все это включу. Таким образом. Контакты желательно, конечно, чтобы были зачищены, запаяны, но по умолчанию они на вашем приборе учета будут уже так сделаны, запаяны. Пони, как называется, залужены. Соединяем. В какую сторону вставлять, вообще никакой разницы нет. То есть можно хоть право красную, хоть лево красную. Так, ставили в одну. Вставляю
подергали, проверили, пена. Таким вот образом кабель делаем и закручиваем. Здесь, я так понимаю, тоже, да, есть резинка, поэтому если вдруг будет потоп, с ней ничего не произойдет. После чего мы ставим с вами аккумулятор. В следующем видео вы как раз посмотрите, как все это работает, как это подключить, как это настроить. А вы на канале «А стоит ли покупать?» С вами был Андрей и прибор Кузя, который передаст показания по вашему водосчетчику или оповестит, если, не дай бог, произойдет протечка или потоп. Подписывайтесь, ставьте лайк. Для полного обзора переходите по ссылке. Всем спасибо, всем пока.